Управляющие компании на замечания реагируют не всегда. Случаи, когда снег прилетал на голову, в Междуреченске были. Неприятные ситуации можно предотвратить, а опасные территории должны быть ограждены сигнальными лентами. Управляющие компании, еще раз, пусть внимательно посмотрят с точки зрения схода снежных шапок с балконов, потому что я понимаю, что не сейчас и дворы в первую очередь нужно очистить, но пусть грамотно сделают ограждение не по водосточным трубам, а как это положено, там, где есть угроза схода снежных шапок. И сосульки уже появились очень серьезные, поэтому здесь надо перестраховаться. И вот кадры очевидцев. Люди опасаются ходить. Пугают снежные шапки на Кузнецкой, 59. Кузнецкая, 59, прямо над подъездом. Вот обращаю ваше внимание, вот какая блямба висит. И вот он подъезд сразу. И причем это по всему дому. И ни одного нету, ни уборщика, ничего, никого. Даже ограждение не выставили, ленты. Вот, прямо над подъездом висит. Десятый подъезд, такая же картина. Вот смотрите, я думаю, что даже козырек, который стоит над дверью в подъезд, если эта глыба свалится, не выдержит. Вот такие вот у нас дела. В управляющей компании отметили, работу по сбросу снега начали. Жителям нужно немножко потерпеть. Напоминаем, не проходите мимо опасного. Сообщайте в ЕДДС, а также работает платформа «Кузбасс онлайн». Фотографируйте, снимайте видео и отправляйте.